Всем привет! С вами Татьяна на канале «Секреты жизни на даче». Сегодня у нас будет распаковка чек. Купила 3 десятка яиц, 230 рублей, категории С0. То есть это отборное яйцо, 30 штук, все, блин, подорожало. Вот такие яйца. 230 рублей, это, в общем, самые дешевые. Не белые, я люблю белые яйца, это желтые, но отборные, они крупные. Открывать уж не буду показывать. Так, это я купила в Леруа, это я в Ашане была за продуктами. А это в Леруа купила, муж велел купить фильтры для воды. Меняем мы раз в год, меняем фильтры, и на даче меняем, и в Москве меняем. Вот такие вот упаковка. У нас гейзер стоит, очистная такая система. И вот здесь набор этих фильтров. 3 штуки. Один угольный, один механический и один, не знаю какой. Так, чтобы очистить от хлорки, от всяких соединений, от металла, от бактерий. И, в общем, не знаю какой еще. 3 штуки здесь. Вот. Это я была в Леруа. И купила еще, собрались делать ремонт. Люстру снимать. Велел купить вот такой патрон. Повесим лампочку Ильича. Люстру снимем. Лампочку Ильича повесим. Это я в Леруа купила. Остальное все в Ашане. Сосиски сливочные, останкинские. Нравятся мне сливочные. Они, может быть, немножко мяса тут и есть. Потому что тут всего только срок хранение месяц. Поэтому, в общем, не написано, что здесь какие-то лишние. Главное, чтобы не было мяса механической обвалки в сосисках и в колбасе. Мясо механической обвалки – это куриные кости измельченные. Вот это я вообще терпеть не могу, поэтому покупаю вот такие, чтобы хотя бы был состав. Может быть, там, конечно, они напишут, верить нельзя, но не знаю. Люблю вот такой паштет. Деревенский из печени Егорьевский. Он обычно 100 рублей стоит. Сегодня акция 69, по-моему, или 67. Я так быстренько. Вот купила. Нет у меня такой штуки. Тоже в Ашане. Дешевая, 50 рублей, по-моему. Елки зеленые. Это из яблок сердцевину доставать. Вот так прям раз. И все. Вот эту штуку. Купила. Очень дорого. Это чеснодавилка, пресс для чеснока, где-то рублей 350, но металлические, обычно они там китайские, крашеные. Это пишут, что Москва, Московская область, Мытищинский район. В общем, не знаю, насколько хватит. У меня сломался этот, такая штука сломалась, чеснок давить. Вот у нас в районе Перловка где-то рублей 80. В Ашане она стоит 27 рублей. 800 грамм, 27 рублей. Вот я купила. 70 рублей гречка, 800 грамм. Блин, так все дорого. Здесь у нас в обычном магазине 125 рублей килограмм гречка. Офигеть. Манка дешевая, рублей 30. В общем-то, даже неплохая. Я ее всегда покупаю. Здесь в наших магазинах шаговой доступности она тоже рублей 80 уже стоит. В общем, мама дорогая, все ужас. Так, хлеб бородинский, черный половинку. Белый у меня батон есть, вот половинку черного. Муж сказал, конфеты есть не буду, буду худеть, купи мне финики. Вот финики в Ашане, 140 рублей килограмм. Вот здесь на 70 рублей полкило. Так, купила вот такую свинину. Сало соленое, российское, Бахрушин. Не знаю даже на сколько. Здесь почти полкилограмма. Ну, рублей, наверное, 250 стоит полкило. Сало соленое, шпик. В общем, мне понравился. Он с прослоечкой, вот таким, с мясцом. Что-то мне захотелось. Если невкусное, жесткое, но все равно картошку пожарю или яичницу пожарю. Что-нибудь пригодится. Грибы, шампиньоны резанные для салата. Такая фирма. Тоже где-то в районе 100 рублей. 425 грамм. Немаленькая баночка.
делаю салат, люблю фасоль в томате, тоже купила, нет, в собственном соку. Фасоль купила, значит, грибы, шампиньоны резанные, туда лук, морковка обжаривается. Очень вкусный салатик получается. Так, купила орехи. Эти орехи 550 рублей килограмм. Вообще, что-то за даром, не знаю. Миндаль. Обычно он везде по 1000 рублей. Не знаю. Вот, купила. И то же самое, 600 рублей грецкие орехи. Может, куда-то в салатик добавить. Вот, упаковочки. Мясо свинина. Мякоть корейки свиная. Это для запекания. Вот так она уже сделана в упаковке, в вакууме. По 250 рублей килограмм. Мякоть корейки свинины. Нету ни кожи, немного жира. В общем, для запекания отлично. Два куска взяла. Вот тоже еще. Это побольше кусочек. Здесь 1,5 килограмма, а здесь 0 килограмм. Да, здесь килограмм, а здесь 1,5. Вот такой же вот кусок. Хороший. С постненьким жирком, без костей, без шкуры. Вот такой вот кусочек свининки. Будем запекать. Так, сейчас скажу, что еще. Еще, значит, купила куры бройлерные. В Ашане они 129 рублей. Две курицы на 402 рубля. Так, здесь не пишут. Да, 126,99. 127 рублей килограмм. Хорошие такие охлажденные куры. У нас они здесь тоже поблизости. 156-159 килограмм. А там почему-то вот 127. Сейчас немножко вот так подвину. Вот. Две курицы взяла на 400 рублей. Так. Чокопай 60 рублей, 6 штук по акции. 200 рублей зефир в шоколаде. Тоже по акции. Тут вообще все так дорого стало, мама дорогая. Так, значит, это мы купили. Я купила. Так, сладости. Халва. Вот в Ашане она была вообще 100 рублей килограмм. Сейчас стало 136. Такая вкусная халва. Так, сейчас я открою. Подсолнечная. Я ее все время покупаю. Мне она очень нравится. Вот на 88 рублей. Здесь упаковка 646 грамм. Вот я две штуки купила. И чай пьем с халвой, и пироги печем с халвой. В общем, нравится она мне. Недорогая. Вот. Дешевая. Хурма по 75 рублей. Так, 75,99. Хурма шоколадная. Шоколадная хурма на 122 рубля, 2 килограмма получается почти. Вот такая. Хорошая хурма. Теперь что, пряники? Давно не покупала. Коровка с начинкой, со сгущенкой. Две штуки. Так они по 80. Сегодня акция по 50 рублей. 49 там с чем-то. 50 рублей. Так, купила творог. 10 пачек. Творог ашановский, но я его всегда покупаю. Очень хороший творог. В районе уже везде не творог, а творожный продукт. Его есть нельзя. А этот творог, с ним хорошо и запеканку, 9%, 180 грамм, 50 рублей пачка. 49 с копейками, в общем, 50 рублей. Очень хороший творог. Обычно и купишь здесь в районе, в ближайших магазинах, там в Пятерочках. Дочка купила, сырники вообще расползаются, ничего с них не делается. Явно, что там добавлено пальмовое масло, сырный творожный продукт. А здесь творог, состав, молоко обезжиренное, молоко цельное, закваска, молочно-кислых. В общем, ничего тут лишнего нет, все чисто творог. Хороший, он не расползается, и хорошо и вареники с творогом. И ленивый можно. В общем, ой. Так. 10 пачек я купила этого творога на запеканку, на сырники, на все. Селедка. Ну как же без нее-то?
и шубу делать. И так я люблю на бутерброд с кофе. Рыба дорого, красная, всяко разная. Я, получается, вот экономно. Матис, она уже без костей, разделанная. 250 грамм, 100 рублей, 99,99. И также крабовые палочки тоже по акции, тоже 100 рублей. Даже, по-моему, 110, что ли. Неохота мне в чеки смотреть. Тоже две пачки крабовых палочек купила. Купил колбасу. Докторскую колбаса. Тоже надо смотреть, чтобы она была категории А. Вот. Бывает категории А вареная колбаса, только докторская. Вот она, категория А. Обязательно. Если Б, С и дальше, то это уже ерунда. Там уже намешано всего. И в составе тоже надо читать, чтобы не было мяса кур или мяса механической обвалки. Здесь свинина, говядина, вода, молоко сухое. В общем, все такое съедобное. И колбаса варёная копченая балыковая. Это как ветчина. Вот такая вот. Горки. 100% из мяса собственной фермы. Вот. Полкило 200 рублей. 400 рублей килограмм, значит. Вот полкило здесь 200 рублей. Так, и купила еще банки. Банки надо к Новому году. Тоже было по акции. Зеленый горошек Бондюэль. Покупаю Бондюэль. Он хороший, очень мозговой, нежный. Зеленый горошек. По-моему, 79 рублей. Так он тоже за 100. Фасоль красная в собственном соку. Тоже такая же цена. Потом еще что? Молодая кукуруза Бондюэль. Я люблю эти овощи, только Бондюэль. Все остальные фирмы, они не жуются и непонятно какие. И белая фасоль в томатном соусе, можно супчик сварить. Вот они все с кольцами, с крышечками, удобно открывать. И они мозговые, мягкие, деликатесные и для салата, и для супа. В общем, они подходят лучше, я беру только Бондюэль. Конечно, она уже 100 с лишним рублей банка, но сегодня была акция. Вот фасоль вообще 67 рублей, а эти 79 рублей, поэтому... Все равно надо и к Новому году. И так просто. Так что вся моя покупочка вышла на 5500 рублей. Вот чек на 5500 рублей. 556 даже рублей. 5556 рублей. Но я 56 ей мелочу дала, и она мне дала сдачи. В общем, вот. Так что такая сегодня у меня распаковка, закупка. Всем хорошего настроения, всем пока!